Атабаэхсан представляет. Райские блага. Райские плоды и фрукты отличаются от плодов и фруктов этого мира. Всевышний назвал райские угощения виноградом, финиками, медом, молоком, вином, мясом, райскую одежду шелком, бархатом, райские дома – домами из серебра и золота, жемчуга и яхонта, чтобы мы поняли, так как эти названия нам знакомы. А если бы Всевышний назвал райские плоды, его угощения, одежды, дома своими именами, мы ничего не поняли бы, и у нас не появилось бы никакое желание постичь это. Как же плоды этого мира могут быть похожими на райские? Ведь сказано, что если люди этого мира увидят хоть виноградинку из самого нижнего рая Дарус-Саляма, они забудут обо всех земных благах. А если люди из Дарус-Саляма увидят виноградинку из Джаннату-Наима, у них возникнет отвращение ко всем плодам своего рая. В такой же степени находится соотношение даров рая уровнем выше к раю ниже уровнем. Их соотношение такое, как соотношение даров рая самого низкого уровня по отношению к мирским дарам. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!